богу, что за муж? Что за муж? Уникально отвечаю. Как можно без паспорта на развод приехать? Я сейчас снова люди не так поймут. Слушай, что так поймут? Ты на развод ехал, что ты паспорт не взял? Потому что у меня нет паспорта. Реально паспорт отдан. Я как бы, конечно, не могу ничего прокомментировать. Семейный ужин получается. Обед. Даня, брат. Я просто нет. Чтобы вы понимали, он едет и говорит, что здесь разве там браки надо было брать? Ты мне говорила, что мне им просто узнать. Куда узнать? Она уже за 3 года узнала все. Да я реально, я уже все узнала давно. Мы ехали разводиться. Я еще тебе сказала, ты единственный ЗАГС, с которым нас могут развести. Это смешно.